Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на проспекте Тракторостроителей. Авария произошла вечером 25 октября в 20:56 в районе остановки улицы Баумана. Предварительно ВАЗовская «девятка» врезалась в грузовик, припаркованный на правой полосе. В машине находились четверо. В результате ДТП один человек погиб, троих госпитализировали. Водителю грузовика тоже потребовалась помощь медиков. Незадолго до аварии он остановился, чтобы поговорить по телефону. Удар был настолько сильным, что 17-летний парень, сидевший на переднем пассажирском сиденье легковушки, погиб до приезда скорой помощи. Тяжелые травмы получили еще четверо находившихся в салоне «девятки» молодых людей. Все пострадавшие находятся сейчас в реанимации. Им из 16 до 18 лет. Все они обучаются в различных техникумах города Чебоксары. Сейчас выясняется, кто из них управлял машиной в момент ДТП и находились ли молодые люди в состоянии алкогольного опьянения.